Очереди в детские сады, несмотря на все усилия властей, пока еще сохраняются. Решить проблему стараются самыми разными способами. В Чебоксарах строятся новые дошкольные учреждения. В существующих стараются увеличить количество мест. Государственно-частное партнерство в сфере дошкольного образования набирает обороты. Вариантом партнерства в городе является аренда помещений в действующих детских садах. Одним из примеров стало открытие после капитального ремонта детсада номер 78 «Колосок» города Чебоксары. 4 группы из 65 детей стали частными. Здесь малыши могут пользоваться услугами обоих детских садиков. Например, сейчас идет реализация 2 проектов – сад в английском стиле и зеленые мастерские. Летом большую часть времени дети проводят на улице. Из 11 веранд, расположенных на территории детского сада, открыли несколько разновидностей творческих мастерских, среди которых двигательные, театральные, естественно-научные и сенсорные зоны. Многие дополнительные образовательные услуги проводятся бесплатно. Родители сами могут выбирать, в каком направлении развивать своих детей. У нас нет такого отличия. Здесь ходят, сюда ходят дети-муниципальники, сюда ходят у нас, получается, частники, частный детский сад, муниципальный детский сад. У нас нет такого, у нас все едино. Вот мы проводим детский праздник, например, мы все вместе собрались, сделали чай-паузу, вместе, получается, организовали праздник. И родители у нас тоже, когда приходят в детский сад, они говорят, какой детский сад, какой он красивый, как хорошо здесь. Чувствуется, что созданы действительно все условия для детей. Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика.